делали больше офлайн, я даже Виталик уже все. Артем. Он же добавил. Виталик, а Виталик стоит. Спустите. Что-нибудь рассказать? Расскажешь. Хорошая штука. Ну, в школе на таких. А? В школе на таких когда-то катались. Ну только с мотоциклетным. А. Сколько стоит? В общем-то, мы сами собирали. Ну сколько? Ну, где-то получается вот. Это себестоимость, но продавать или это уже продавать? Продавать можно? Это же зависит от партии. То есть если сделать партию, от количества зависит очень сильно. Ну, то есть от 200 тысяч. Ну, я думаю, что если продавать, то партию, то нужно дешевле. Угу. То есть вот для этого я имею в виду мини-класс. Угу. Ну, то есть если взять там, три класса, мини, миди и макси, угу, то вот мини-класс будет до 200. Угу. Ну, я имею в виду вот с этим аккумулятором. Конечно, опять комплектация. То есть, если вторым аккумулятором комплектовать, ну, как я, допустим, предлагаю, то есть, если, ну, если где-то там прокат, если где-то там он используется там чуть ли не круглосуточно, то есть, вот этот аккумулятор, ну, салазка. Угу. От Ганел, мальчик там 20 минут, 15, ну, сколько он там ему положено. Аккумулятор отстегиваешь, другой садится, другой пристегнули, угу, поехали, это заливается. Угу. То есть, в принципе, он заливается столько же, сколько разряжается. Такой же примерно тут даешь. А где у вас контакты? Или визитка? Нет, парень, еще у нас бейдж не получил, стоит до сих пор. Проверку не, почему-то там толпа людей. Но сайт есть? Сайт есть, станция электротехника. Город Электросталь, станция электротехника. Сейчас баги мало то что делают. Скорость развивает. А? Скорость какую развивает? Поставить. Ну, максимально сколько можно поставить? Максимально можно поставить любую. На этом карте именно. Да. Ну, вот для таких вот детей мы ограничили 40. Mm-hmm. Ну, то есть здесь же можно передачное число менять, можно контроллеры, обороты. То есть регулировок тут как раз можно ограничить. Начинающие, допустим, там пришли, они там 20 поставили. То есть это же очень просто делать. Контроллер под шнурок подключить. Либо, а что здесь?
много стиральных вещей. Да, у нас много чего нет. У нас инженеринг в центре. У нас и по большому счету есть, но людей много. Ошибка. Ошибка вылезла. Молодцы. С Новосибирска, да? Да. Молодцы. Ждете больших начальников. Вопрос, какой тропой, конечно.